поступает в продажу новый планшет от компании Blackview Tab 10. Это новое устройство с диагональю 10,1 дюймов с красочным, ярким и сочным экраном. Толщина устройства всего 8,8 мм. Имеется поддержка двух SIM-карт. Кроме того, лоток сдвоенный, можно поставить еще и карту памяти. Смартфон поддерживает сеть 4G. На тыльной стороне расположен модуль от Sony IMX258 для создания красочных и ярких снимков. Сердцем смартфона является процессор MediaTek 8768. На борту имеется 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Емкости батареи 7480 мАч достаточно для того, чтобы играть 5,5 часов игры, смотреть 6 часов качественного полноформатного видео и также не беспокоиться об автономности весь день.